уважаемые зрители. Итак, прежде чем показывать следующие фокусы, я хочу проверить, насколько вы внимательны. У меня есть две карты. Итак, внимание. Чтобы всем видно, я вот так вот отойду. Две карты. Десятка-восьмерка, десятка-восьмерка, десятка-восьмерка. Я убираю восьмерку. Какая карта осталась? Десятка. Правильно, десятка у меня. Будьте внимательны. Итак, все заново. Десятка-восьмерка, десятка-восьмерка, десятка. Я убираю десятку. Какая карта осталась? Десятка. Десятку убрал. Какая карта осталась? Десятка. Правильно, восьмерка у меня. Давайте сделаем попроще. Черная-красная, черная-красная, черная-красная. Черная. В левую руку я убираю черным цветом карту, а в правую каким цветом осталось? Красный. Правильно, здесь красный, здесь красный. Угадали. Аплодисменты, друзья. Спасибо, спасибо. Ну а сейчас самый-самый главный фокус. Как фокусники делают деньги. Хотите, я вас научу делать деньги самые настоящие? Да. Для этого не надо работать, не надо учиться, не надо рано вставать. Самое главное, запоминайте дом, повторите, у вас все обязательно получится. Но для фокуса мне нужна купюра мелкая, достоинством 50-100 рублей, с возвратом. Есть у кого-нибудь? А возврат в процентах? У кого есть деньги, доставайте, друзья. Итак, передайте, вот передайте кто-нибудь. Все буду делать на ваших глазах, друзья. Все, 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 спасибо, спасибо, спасибо. У кого есть купюры, доставайте, будете повторять за мной. Итак, внимание, друзья, показали купюру со всех сторон, показали пальчик, что у нас нет никаких купюр. Итак, свернули пополам, раз, два, три, четыре. Опять показали пальчики, сказали волшебные слова, абракадабра, сим сляби, махалай, махалай. Подули и медленно разворачиваем купюру. Нормально. А хотите, я вам сделаю $1000? Разделим пополам и по домам. Итак, внимание, друзья. 5000 рублей. Сворачиваем пополам. Раз, два, три. Четыре. Показали пальчики, что у нас нет никаких купюр. Сказали волшебные слова. Абракадабра, сим слабей, махалай, махалай. Подули. Вот какая-то зелененькая. Нет, друзья, волшебная сила закончилась. Опять 50 рублей. Спасибо, возьмите купюру, она волшебная, не тратьте ее. У вас дома она превратится в 5000 рублей. Спасибо, спасибо. Спасибо, друзья. Ну а сейчас мне нужен помощник. Есть? Идем. Телефон, да, скорее, скорее, скорее. Друзья, аплодисментами поддержим мою юную помощницу. Это новая волшебница, новый фокусник города Оренбурга. Как тебя зовут? Яна, очень приятно. Итак, Яна, волшебные слова знаешь? Абракадабра, сим салаби, махалай, махалай. Вот как раз для Яны у меня есть маленькая-маленькая волшебная палочка. Яна, я сейчас на счет 1, 2, 3 подброшу палочку, она превратится в большую. Ты ее лови. Договорились? 1, 2, готово? 3, лови. Оп, аплодисменты! Итак, внимание, Яна. Пусто. Колдуй волшебной палочкой внутри пакетика. Абракадабра. Сим сляби, махалай, махалай. Оп! Аплодисменты моей помощнице, друзья. Яна, пусто? Колдуй еще раз. Абракадабра. Сим сляби, махалай, махалай. Итак, внимание, друзья. Оп! Самая настоящая волшебница! Пусто! Колдуй еще раз! Абракадабра! Сим сляби, махалай, махалай! Итак, внимание, друзья! Сим сляби, махалай, махалай! Абракадабра! Оп! Аплодисменты бурные-бурные моей помощнице, друзья!
Так, следующий по... Спасибо, спасибо, Яна. Следующий, пойдем. Все, идем. Скорее, скорее, скорее. Беги, беги. Как тебя зовут? Как? Держи, пожалуйста, волшебную палочку. Итак, внимание. Покажем кастрюльку пустую, пустую всем зрителям. Пусто. Закрываем. Колдуй волшебной палочкой. Сим селябим, говори. Ахалай, махалай. Абракадабра. Итак, внимание, друзья. Сим селябим, махалай, махалай. Оп, аплодисменты моей юной помощнице. Спасибо. Давай волшебную палочку. Все, беги на место.